Привет, парни. Меня зовут Габриэле Таркини. Каждый мечтает стать гонщиком-чемпионом. Но что же на самом деле это за профессия? Побеждать в гонках и чемпионатах не так просто, как это может показаться. Настоящий гонщик понимает, что ему нужно научиться быстро водить и в большей степени постепенно улучшать свои профессиональные навыки. Как? Давайте узнаем вместе. Прежде всего, вам следует научиться грамотно управлять машиной. Необходимо рассчитать, когда и как нажимать на газ, поворачивать и тормозить. Сочетание этих действий на каждой машине разное, но гонщик знает, как правильно управляться с любой машиной. Ну а теперь постарайтесь пройти круг как можно быстрее. Итак, ребята, теперь вы знаете, как пройти быстрый круг. Но вам необходимо помнить, что машина не вечна. Каждая машина имеет свой уровень прочности, и мы называем его состоянием машины. Необходимо заботиться о своей машине и умеючи выжимать из нее все, на что она способна. В противном случае ваша карьера быстро закончится. Видите, что происходит, когда вы не прислушиваетесь к голосу разума? Всегда следите за состоянием вашего автомобиля. Вы можете быть хорошим водителем, но помните, что на трассе вы не один. Чтобы стать первым, вам необходимо обгонять противников. Когда обгоняешь, испытываешь непередаваемые эмоции. Ты быстрее, ты лучше, и ты хочешь продемонстрировать это, заставив соперников глотать пыль. Но обгон – один из самых опасных маневров для водителя. Посмотрите. Теперь ваша очередь совершить обгон. Ух ты, отличный обгон, приятель, здорово, не правда ли? Действительно, нет ничего лучше для хорошей гонки, чем отличный обгон. Впрочем, на самом деле, запугивание, прессинг вашего противника при преследовании заставляют его вести машину все более и более нервно. Расстояние между машинами уменьшается дюйм за дюймом, и в итоге он настолько устал от напряжения, что он буквально молит вас: «Пожалуйста, обгони меня».
Вот так. Теперь попробуйте сами прессинговать противника. Наслаждайтесь. Отлично! С такой мощью сумел совладать. Однако вам нужно знать еще и следующее. Ваши противники также захотят запугать вас. Когда находишься под постоянным прессингом, не до шуток. Сердце начинает колотиться быстрее. Трасса словно покрывается туманом, а ваша концентрация улетучивается сквозь стекло. Роковую ошибку можно совершить за любым поворотом. Смотрите, что происходит с вами, когда оппонент отправляет вас в нокаут. Постоянно оказывают давление оппоненты, в этом нет ничего приятного. А теперь позвольте мне раскрыть вам важное правило, которого должен придерживаться каждый профессиональный гонщик. Предугадывайте, что может случиться в гонке. Мы, гонщики, называем этот навык «эффект тигра». Это способность предугадывать то, что произойдет через несколько секунд. Это подобно волшебству. Ну а теперь покажите мне, как вы владеете этим волшебством. Итак, мы раскрыли секрет эффекта тигра. Научились запугивать противника, но в конце концов гонка — это не что иное, как сражение гонщиков. Одним из тактических приемов, которым вы можете воспользоваться, является жесткое подрезание оппонента, благодаря которому вы окажетесь впереди его. Вот что мы зовем искусным обгоном. А теперь настал ваш черед показать, на что вы способны. Отлично! Теперь мы знаем, что значит быть настоящим гонщиком, какие эмоции это вызывает и какие для этого необходимо предпринять шаги. Каждый может взять машину, выйти на трассу и гонять, пока автомобиль цел. Однако далеко не каждому суждено доехать до финиша, не говоря уже о победе в профессиональном чемпионате. Гонки — это фантастический мир, полный соперничества, адреналина и удовольствия. Вам не только доведется управлять гоночным автомобилем. Вы станете настоящим гонщиком. Мчитесь быстрее, выигрывайте гонки, и тогда команды будут бороться за право пригласить вас в свои ряды. Вперед! Вас ждут на старте!
Thank you.
отличная гонка. Вы только что финишировали в своей первой гонке, а это важная веха в карьере любого гонщика. В зависимости от того, как вы провели гонку, вы получите определенное количество очков опыта, которые сможете использовать для улучшения своих навыков. По окончании гонки вам сообщат о вашем результате, а также о полученном вами опыте. Вы также можете проследить как ваше собственное развитие, так и прогресс ваших оппонентов. Итак, давайте посмотрим, сколько очков вы заработали. Thank you.
Thank you.
Thank you.